Don't believe me. Привет, мы вчера прибыли на остров Самуи. Путь наш был долгий, мы вообще с острова Ко Чанг на пароме перебрались на материк, затем поехали в Бангкок на машине. В Бангкоке прожили дня два, и мы сейчас на Самуи приехали, и Вова все снимал на видео, я уже не снимала влоги, потому что это был дурдом. Еще Вова снимает отели, обзоры отелей, так что и название он будет тоже оставлять у себя. Кстати, ребята, что касается наводнения, это правда. Мы объездили почти пол Таиланда и встречали на своем пути такие жуткие картины, когда полностью затоплены дома были, или пополовину, и дети прям внутри ходят, там что-то ищут. С Сарой решили пойти поужинать, потому что Вова спит. Не могу его разбудить. Он сказал, чтобы мы вдвоем пошли, потому что мы голодные. А он устал и всю ночь рулил, искал отель, чтобы мы смогли переночевать. В итоге ничего не нашел, не выспал, и пусть спит. Такой у нас беспонтовый отель. Честное слово, мы даже таракана встретили, да, Сара? Большого. Единственная прелесть в этом отеле – это рыбки красненькие, вон, большие. Как мама, в Японии. Я договорилась, что я белая рыбка. Ты белая рыбка? Мы еще не видели всех пляжей. Но этот пляж очень бурный. Здесь волны так и плещут. Вот сегодня мне вот здесь делали массаж. Тоже, конечно, знаете, в чем кайф? Ты лежишь, тебе делают массаж, а твой ребенок плавает в бассейне. Ты его видишь и не переживаешь. Сара в нарукавниках таких, что ее держат. В принципе, я расслабилась. Но был еще Вова, который следил. Вот бассейн, да, с видом на море. И вы спрашивали, сколько стоит массаж. Ну вот... Везде 250-300 бат, общий час. Сегодня я делала ойл массаж, ну, на масле. А первый раз я делала тайский. Но ойл мне понравился больше, он не такой, знаете, не так меня сильно мяли. Я заплатила 300 бат, это почти 3000 тенге, ну, то есть где-то 8 долларов. Примерно такие цены за час массажа, очень прикольно. Целый час за 8 долларов, это копейки, я считаю, это вообще копейки, я хочу по максимуму здесь делать массажи, здесь они еще делают фуд-массаж, лица массаж делают, ну это все стоит также примерно по 250-300 бат, у них везде почти одинаковые цены, дорого, это когда 500 бат, 600, это дорогой, а стандартные цены это 250-300, может быть где-то дешевле, но дешевле я не встречала. Волны агрессивные, Сара не может здесь купаться, потому что, ну такие они. Мощные. Я даже страшные. В бассейне хочу купаться. Да, хорошо, что у нас есть бассейн, и ты можешь спокойно там на рукавниках поплавать. Вообще нужно Сару уже учить плавать, так как мы часто путешествуем. Она не умеет, и как-то надо заняться этим вопросом. И по поводу здесь собак, кстати. Они не такие милые, как кажутся. Вот, например, Сару два раза чуть не укусила собака здесь. Ага, на цепи была собака, я не заметила, я и сразу... Пробежала мимо, да, и она ее чуть не цапнула. А в другой раз Сара кормила собаку, и она почему-то на нее начала скалиться. И набросилась, но, слава богу, не укусила. Она прям чуть-чуть бы и укусила, схватила бы. Поэтому здесь собаки не такие уж и милые. Они, мне кажется, только тайцев любят, а нас как-то нет. Особенно детей, я думаю, они не любят. Точно не любят. Поэтому не подпускайте детей к собакам. Вот в Индии агрессивные собаки, и вот в Таиланде тоже агрессивные. Я заказала сегодня зеленый карри на кокосовом молоке с креветками. Мне очень нравится. Я попросила острый, я люблю острые блюда. Вот, и очень люблю карри на кокосовом молоке. Thank you. А Сара, как всегда, у нас вообще просто, как всегда, ест рис с креветками. Капец какой-то. Я люблю рис. Да, ну она, конечно, не с утра до вечера ест. Вот, ну, раз в день примерно она ест рис. Сара полюбила рис в Японии, когда мы жили там 3 месяца, она его часто ела.
И с тех пор очень сильно любит рис. И креветки, кстати, там же полюбила. Здесь можно попросить неострую еду, и они принесут абсолютно неострую. Они, может быть, раньше они не понимали, приносили все равно острую, но когда говоришь, что для ребенка, они точно не делают острое, так что питание здесь разнообразное, много всего. Можно купить и рыбу, и курицу, креветки. Держи, помашь. Спасибо. Вот. У меня уже, я прям разговариваю, у меня слюни текут. Такой вот карри, красивый, кстати, карри, вон креветки, и вот стручки здесь, это, наверное, чеснок или фасоль, ну, очень красиво, здорово. Вообще, карри едят с рисом, я надеюсь на то, что Сара не сможет доесть весь рис, и я заберу себе половину, да? У нас вся семья ходит дружно в кроксах. У Вовы красненькие, у меня беленькие, у Сары розовенькие. Побежали, побежали. Смотри, какие фонарики классные. Как будто сказочный домик. У нас сегодня снова романтик. 100%. Как всегда. Вова заказал себе, как всегда, том-ям. Каждый день ест том-ям человек. Счастливый. Доброе утро. Мы сегодня ищем квартиру в аренду. Пока квартиру саму мы не видели, не смотрели. Но то, что нас уже покорило, это вот такой бассейн прозрачный. Вы там плаваете, и все видно. Очень круто. Вова пошел уже смотреть комнату за $500 в месяц. Первая квартирка. Стиралка, да, есть. Ванная комната, а шкаф. Большая кровать. Сейф, гладильная доска. Здесь вот такой вид из окна. Холодильник, балкончик, телевизор, диванчик. Маленькая квартира. Понятно все. И кухня очень маленькая. Приехали в следующий комплекс, который нам посоветовала Танюша Гум. Все вы ее знаете, у нее классный канал, они раньше здесь жили. И она посоветовала этот комплекс. И мы сейчас вот разговариваем по поводу аренды. Но мне кажется, здесь комнаты намного больше, чем в предыдущем. Заехали в третий кондоминиум. Тоже бассейн. Слоны, квартирки. Будем узнавать цену. В предыдущем нам загнули цену 60 тысяч бат. Это полторы или $2000. Космическую цену сказали. Короче, мы отказались. Поехали дальше. Здесь не развивается. Ага. Но это уже побольше. Такая. А вот такая спальня. Заехали уже в четвертый кондоминиум. В предыдущем был ужасный запах, и цена нам показалась дорогой. А на ресепшене здесь никого нет. Ух ты, здесь, по-моему, ремонт идет какой-то. Ага, круто. И бассейн. Здравствуйте. Да. Росоманский. Тут большой, две комнаты. А, тут есть две комнаты. Да, есть совсем маленькие. Вот две комнаты здесь. Еще одна комната там. Кто-то рисовал, да, где? Тут их... Тут везде рисовал. А, наверное, жители здесь. А, здесь выход. Все понятно. Саре решили сегодня сделать массаж тоже. Она захотела, глядячи на маму. Буду делать масляный массаж на все тело. Соскучились по Индии и решили вот
покушать индийскую кухню сегодня в Таиланде. Cheese garlic naan. Масала, чикен. И вот такой рис цветной. Много еды, заказали сет на двоих. Вчера у меня села батарейка, и я уже не сняла, как Саре сделали массаж. Поделись своими впечатлениями, понравилось тебе? Да. Что тебе больше всего понравилось, когда массажировали? Массажировали так голову. Голову? Приятно было? Это был первый опыт у Сары массажа, понравилось ей. Ты, кстати, раньше, когда была совсем крошкой, ты боялась массаж, когда тебе делали, ты плакала. Да, ты прям плакала, не давала, чтобы тебя трогал никто, прям у тебя была трагедия, и невозможно было, чтобы себе кто-то делал массаж. Мы до сих пор в поисках жилья, квартиры, ничего не нашли, поэтому думаю, что на днях мы все-таки уже снимем квартиру, наконец. Я вам покажу, расскажу все. Увидимся в следующем влоге. Пока-пока. We'll be right back.